Десятиклассники из первой гимназии Сава Хапман и Богдан Солонец получили возможность участвовать в экспедиции. Ребята отправятся на Северный полюс вместе со счастливчиками из других городов. Десятидневное путешествие на атомном ледоколе. Далеко не у всех есть возможность так интересно провести каникулы. Для того, чтобы получить эту возможность, школьники участвовали в Олимпиаде. Научные и творческие задания выполнены, пора готовиться к путешествию. Парни уже мечтают о бескрайних просторах, увидеть белого медведя в естественной среде обитания и остальных представителей фауны. Интересно посмотреть на животных, которые там будут. Новые животные, новые открытия для нас. Давно хотели попасть туда. Это прям мечта всех, я думаю. Проект под названием «Ледокол знаний» проводится при поддержке госкорпорации «Росатом». В этом году собрали делегацию из 68 участников. Ученики из 7-10 классов – это школьники, которые могут принимать участие, и первокурсники из среднеспециальных образовательных учреждений. Так как этот спортивно-исследовательский проект стартует уже не первый год, у нас есть ребята, которые представляли нашу область. Это был Никита Медведев, 59-й школы ученик. Он ездил в такую экскурсию летом 2021 года. Экспедиция отправится на север в августе. Месяц выбрали, исходя из погодных условий. Летом воздух в тех краях намного мягче. Ребят ждет насыщенная программа. Это и интеллектуальные квесты, и общение с деятелями науки и творческой сферы. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.